Я читаю пятую главу книги пророка Ездры. Но пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их. В то время пришел к ним Фафнай, заречный области начальник, и Шефар Базнай, и товарищи их, и так сказали им: «Кто дал вам разрешение строить дом этот и доделывать стены эти?» Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу. Вот содержание письма, которое послал Фафнай, заречный области начальник, и Шефар Базнай с товарищами своими, а Фарсехиянами, которые за рекою, к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что было написано: «Дарию, царю, всякий мир. Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область, к дому Бога Великого, и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа эта производится быстро, и с успехом идет в руках их». Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им: «Кто дал вам разрешение строить дом этот и стены эти доделывать?» И сверх того, об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами: «Мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде этого, и великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина. И дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить этот дом Божий. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир, царь, из храма Вавилонского и отдал их по имени Шешбацару, которого он назначил области начальников, и сказал ему: «Возьми эти сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте». Тогда Шешбацар тот пришел, положил основание дома Божия в Иерусалиме, и с тех пор доселе он строится и еще не кончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ там, в Вавилоне. Точно ли царем Киром дано разрешение строить этот дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю об этом пусть пришлют к нам».